Салам, достар. Добрый вечер, друзья. Ахшамнас хаир. Good evening, guys. Today I have one more beautiful meals. This is national Azerbaijani food meal, sharampun. This is both together. Village style fried potato, gold potato. We are calling this gold potato. Beautiful cutlets with hot chili sauce. Azerbaijani national dish, dovga. We'll eat it also with cucumber and we'll drink cola, guys. Let's get started. Sweet Star Cola. I want to start from this cutlet. Lamb meat. Lamb stew, guys. Amazing. Dovga is very delicious meal. Drinking it cold, especially in summer. So I'm gonna eat lamb. Долго-долго тушится. Мясо очень долго. Несколько часов. Собственном соку. Так.
Раз уж перешли есть рукой, продолжим также рукой кушать. Прекрасные котлетки. Это долго. Единственное из блюд, которое здесь находится, долго приготовлено не дома. Продолжим трапезу. О, выпил весь костный мозг. Это картошка в мундире. Очень вкусно. Жарится в кипящем масле в мундире. Очень вкусное мясо, ягненок.
Как вы знаете, колу пьем вместо фестала, чтобы еда быстрее переваривалась. Даже Малышева советую пить. Такс, котлетку съедим. Чили соус сверху. Аномальная жара в Баку продолжается. Ребята, я не совру, если скажу, что под прямыми лучами солнца температура достигает днем 50 градусов. По крайней мере, в тени. Как минимум 36. Ну, если верить гидрометцентру. Ну, а теперь о погоде. Обожаю сок ягненка. Невероятно вкусный. Сейчас доедем картошку тоже. Нежнейшие. Пропиталась соком. Это довга. Азербайджанская довга. Котлетку еще съедим. Очень вкусное, нежное мясо. И вообще-то пьют вот так, из пиалы. Я кушаю без хлеба, так что, так как картошка это второй хлеб. Так, выпьем колы, немножко фестала. Довга, кстати, тоже очень вкусная. Бух, наелся, если честно. Может быть, хватит, друзья, пожалейте меня.
Пожалейте меня, пожалуйста. Завершим на этом нашу трапезу. Огромное спасибо за просмотр. Друзья, знаете, я получаю огромное удовольствие от церемонии. Одно дело просто кушать еду, допустим, просто сел и покушал. А другое дело, когда готовишь вкусную еду, которая тебе нравится, в 99% случаев, садишься, кушаешь вместе с вами, зная, что за тобой наблюдают, это, ну, как будто бы, ну, я не знаю, это как на свадьбе или на день рождения, или в ресторане, что-то в этом роде. И доставляет удовольствие. Вдвойне приятно, когда людям нравится, зрителям, и пишут приятные комментарии. Негативные тоже бывают редко, но я не игнорирую никакие комментарии, отвечаю всем. Кому нравится, пускай смотрит, кому не нравится, пожалуйста. Есть миллион других тем, которые могут нравиться людям. Не может быть одно и то же, мукпанг, допустим, или АСМР, звуки поедания еды, нравятся всем, кто смотрит. Даже в моей семье, 70, может быть, даже 80% членов моей семьи не любят смотреть мои видео. Смотрят племяшки, друзья, близкие. Ну, ради них и делаем. Спасибо, так что, друзья, увидимся в следующих видео. До завтра.